тоталитарная власть, коммунистическая, советская, она, в принципе, было комфортно, конечно, народу жить. Вот, но она все равно как подразумевала собой вот именно вот абсолютно такой же гнет. Защиту справедливости, защиту русских обездоленных людей, защиту всех. Путин заявляет, что его команда чуть ли не победит в первом туре. Это не только невозможно. Это надо в два раза приписать больше, чем они приписывали в декабре. Путин, слушай, чего мы хотим. Мы с вами хотим честных выборов. Мы с вами хотим социальной справедливости. Мы с вами хотим, чтобы жулики и воры понесли ответственность.